Краснодарский край вошел в тройку лучших регионов для переезда. Кубань вошла в тройку регионов, где москвичи и жители других субъектов рассматривают покупку недвижимости. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс.Недвижимость». Поменять жилье или переехать в другой регион хотели бы больше половины россиян. По данным «Яндекс.Недвижимости», жители Москвы стали чаще искать недвижимость в других регионах страны. По сравнению с прошлым годом, доля просмотров жилья вне столицы выросла практически на 17,5%. Москвичи рассматривают для переезда Санкт-Петербург, Краснодарский и Красноярский края. При этом большинство жителей России хотят переехать в Москву. Это практически 39% просмотров собирают новостройки столицы. А вот на втором месте Санкт-Петербург, на третьем – Краснодарский край. А я напоминаю, что партнер выпуска – «Фермерский двор». Оптово-розничный склад «Фермерский двор» – это новый уровень комфорта для покупателей. Огромный ассортимент продуктов питания, отличные цены, всегда свежая продукция, большой выбор фермерской домашней продукции, прекрасные мясные и рыбные отделы, овощи и фрукты, продукты оптом и в розницу, восточные сладости, саженцы, хозяйственные товары и многое-многое другое ждет вас на Астраханской 104.